طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. Oh, the white moon rose over us from the valley of Ada, and we owe it to show thankfulness where the call is to Allah. Хвала Аллаху, отличившему нас господином Мухаммадом, сделавшему его дарующим понимание всему сущему. Хвала Аллаху, который избрал нашего господина Мухаммада и избрал для него все, что связано со своим Господом. Избрал для него место и время, и семью, и друзей. Избрал книгу, которая отличил его, и выбрал религию, с которой ниспослал его, и сделал его религию самой главной и последней из религий. И сделал книгу, ниспосланную к нему управляющим, главенствующим над другими книгами и писаниями. Сделал его шариат, отменяющим другие шариаты, возвеличил его место и время рождения, сделав его причиной своей клятвы в суре Аль-Баля. Клянусь я этим городом Меккой, и ты, Мухаммад, в городе этом, возвеличил город, с которого он был перенесен, сказав: «Пречист Аллах, перенесший своего раба ночью из Масджид-уль-Харама в мечеть Аль-Акса, вокруг которой мы вселили благодать. Возвеличил место его пребывания и его Медину, да благословит его Аллах и приветствует». Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Медина лучше для них, если бы только они знали это». Возвеличил время его жизни. Пророк, алейхиссаляту вассалам, сказал: «Лучшие из людей люди моего времени, затем их потомки, затем их потомки». Возвеличил Ахлюль-Байт, семью пророка, алейхиссаляту вассалам, сделав их самыми чистыми и почтенными из всех. Аллах сказал: «Воистину Аллах желает очистить вас от мерзости к Ахлюль-Байт и очистить вас истинным очищением». Также смысл: «Скажи, я не прошу у вас за это награды, кроме любви к моим родственникам». Возвеличил его сподвижников, да будет Аллах доволен ими, избрав их для него из остальных людей. Почтил их, сделав собеседниками пророка, саллиллаху алейхи вассалам, чьи глаза озарялись взглядом его присутствия, слух и речь которых предавались слушанию его речи, тела которых удостоились сидеть с ним, руки которых удостоились пожимать его руку, тела которых освещались его сущностью. Это отличие, которым Аллах наделил наших предводителей, сподвижников, и которое не досталось никому больше. Поэтому ни один человек не достиг их степени. Лучшие из творений после пророков, мир и приветствие им, это сахабы. А все их последователи ниже их рангом, какими бы знаниями, должностями, состояниями и праведностью не обладали. Они ниже сподвижников степенью. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «Бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников». То есть, бойтесь Аллаха, оскорбляя их. Пречист Аллах. Так, как будто Аллах дал знать пророку, саллиллаху алейхи вассалам, о том, что произойдет в дальнейшем, об осквернении степеней сподвижников. Пророк, алейхиссаляту вассалам, сказал: «Вы не ругайте моих сподвижников. Воистину, если один из вас раздаст даже гору золота, подобно горе Ухуд, это не сравнится с горстью и даже ее половиной, которую раздал сподвижник. Если один из нас раздаст гору золота, подобно горе Ухуд, на пути Аллаха, как милостыню, на джихад, на пользу общества, на единение родственных отношений, это не достигнет уровня мудда еды, который дает сподвижник. Муд — это то, что помещается в обе ладони, собрав их вместе вот так. Или половина этого муда — это то, что поместится в одну ладонь. Почему? Потому что их действие исходит от дружбы с пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Почему? Потому что дружба, которой они были возвеличены, обволокла их сердце нуром, сверхнура убежденности. И этот нур невозможно получить, не посмотрев на пророка, саллиллаху алейхи вассалам, в дни ниспослания Корана, будучи верующими и преданными пророку, саллиллаху алейхи вассалам. Выбор Аллаха этих сподвижников для нашего господина Мухаммада есть один из видов избрания превосходства нашему господину Мухаммаду. Посягающий на их степени, оставляющий к ним адаб, не считающийся с ними, посягает на выбор Аллаха для нашего господина Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. Он посягает на степень самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что у благородного пророка была ревность к собеседникам и сподвижникам. Говорит Абдулла ибн Аббас, разиаллаху
Аллаху Анху, нет более ценного для меня никого, чем мой собеседник, и я бы не пожелал, чтобы даже муха садилась на его нос. Когда честь и человечность нашего господина Ибн Аббаса не выносила того, чтобы муха села на нос собеседника, то каким же должна быть человечность, честность и ревность нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалам? Да, любовь к сподвижникам исходит от любви к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, подобно как и любовь к Ахлюль-Байт исходит от любви к пророку. Да благословит его Аллах и приветствует. Почему мы любим Ахлюль-Байт? Потому что Ахлюль-Байт — это Ахлю-Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам. Поэтому. Почему мы любим сподвижников? Потому что они сподвижники Мухаммада, алейхи саляту вассалам. Причина любви скрывается не в них самих. Мы не испытываем любви к Ахлюль-Байт из-за них самих, даже не из-за их праведности и стойкости на правильном пути. Мы их любим, потому что они семья пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Если один из Ахлюль-Байт согрешит, допустит оплошность, мы его поправим добрым советом. Если он заслужит наказание, мы накажем его, но это не повлияет на нашу любовь к нему, потому что наша любовь к одному из Ахлюль-Байт зиждется на нашей связи с нашим господином Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалам. Также и сподвижники. Почему мы любим их? Не потому, что они сохранены от греха. Никто из нас, из Ахлю Сунна валь Джамаа, не утверждает, что они сохранены от греха. Напротив, это принадлежит только пророкам и посланникам, мир и благословение им. Вместе с тем, что мы знаем, что среди них есть грешащий и тот, кто допускает ошибку, и тот, кто не выполняет дела должным образом, это не является чем-то новым. Разве нет среди сподвижников, кто пил и его наказывали за это? Разве нет среди них того, кто совершил прелюбодеяние и его наказали? Разве нет среди них того, кто своровал и ему отрезали руку? Да, но вместе с тем, зная, что с ними происходило такое, мы их любим, уважаем и возвеличиваем, заполняя наши сердца любовью к ним. И мы следим за словами, которые выговаривает наш язык в их адрес. Если ты спросишь, к чему это, почему ты говоришь, что они не защищены от грехов, я отвечу, это из-за двух причин. Основная причина и второстепенная причина. Что же касается основной, то это то, что мы говорили, что наша любовь и уважение к ним не связаны с ними, будут ли они хорошими или плохими. Наше уважение и возвеличивание связано с пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Мы возвеличиваем, мы уважаем пророка, алейхиссаляту вассалам, уважая и возвеличивая его окружение, сахабов. Это тайна, стержень уважения к сахабам. Когда люди сегодня предоставляют сахабам защиту, порой соблюдая этикет, порой силой защищая, порой другими видами, тем, кто хоть как-то следует за пророком, разве не заслуживают люди, сидевшие с пророком, саллиллаху алейхи вассалам, того, чтобы сердца были переполнены уважением к ним? Что ты хочешь, удостовериться в истине? Дела свершены, и каждый из них получил предопределенное ему. Все перед Аллахом. Вступление в то, что произошло между ними, защита кого-либо из них, за все это время не исправили допущенные ошибки. Поэтому плохая речь о сахабах есть негативное отношение к пророку, саллиллаху алейхи вассалам. Вторая причина – это то, зачем мы должны наблюдать и быть внимательны к этому. Дело вот в чем. Сподвижники созданы незащищенными от греха для того, чтобы они служили для нас примером подражания. Ошибки определенных сахабов есть дополнение полноценности общества сахабов. Как это понять? Если бы сахабы не ошибались и не допускали грехи, то не существовало бы общества, которому бы мы подражали и следовали. Мы – общество, которое регулярно ошибается. Теперь, если мы говорим, что сахабы – это пример подражания, и они не ошибались бы, то за кем бы мы следовали, когда будет допущена ошибка перед нами? Как мы тогда поступим? Однако Аллах предопределил сахабам, чтобы среди них был тот, кто ошибается, для того, чтобы мы знали, как поступить с тем, кто допустил ошибку. Этот великий и уважаемый сподвижник, выпивший спиртное, а пить спиртное считается из больших грехов, был наказан ударами плеткой, затем снова взялся за свое и опять был наказан, затем еще раз выпил спиртное и его наказали. Посмотрите, только что нас обучили тому, как и каким должно быть наказание за пресечение границ Аллаха. Тем не менее, посмотрите на урок. Прошел возле него один из сахабов после того, как его наказали, произнеся слова, унижающие его достоинство. «Сколько ты будешь пить, да унизит тебя Аллах, да отдалит тебя Аллах, да проклянет тебя Аллах, сколько ты будешь пить спиртное?» И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалам, разгневался от этой речи и сказал, «Замолчи, ты не помогай шайтану побороть твоего брата». Урок первый.
ты не помогай шайтану побороть твоего брата. Имеется в виду, что общество, заметив оплошность в человеке, исправляет его, исполняет наказание, предписанное Аллахом. Если был убит человек и убийцу не простили, все-таки этого грешника не унижают. Ты не помогай шайтану побороть твоего брата. Затем пророк добавил: «Он человек, любящий Аллаха и пророка». В другой версии сказано: «И его любят Аллах и его посланник, саллиллаху алейхи вассалам». О Аллах, это пророческий урок Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. Мы бы не знали этот урок, если бы не такие сахабы. Обратите внимание, ошибки определенных сахабов есть дополнение полноценности общества сахабов. И если бы второй сподвижник не поругал первого, то не знали бы мы, как быть в такой ситуации. Посмотрите на то, как мы должны относиться к грешнику. Мы из позиции пророка, саллиллаху алейхи вассалам, осознали, что он исправил ошибку, исполнив наказание за пьянство. Во-вторых, чтобы мы не унижали грешника, чтобы мы не отталкивали его руганью и плохим отношением, напротив, мы должны мягко относиться к нему. Урок третий важный, очень важный. Чтобы мы не считали, что ошибки, которые получаются у нас, портят то добро, что есть в нас. Поразмысли, он выпил спиртное 2-3 раза, совершил один из больших грехов, но вместе с этим пророк, саллиллаху алейхи вассалам, не стал отрицать любовь этого человека к Аллаху и пророку. Мы получили этот пророческий урок в отношении сподвижников. Да будет доволен ими Аллах. Пусть наш взгляд на хорошие качества человека не потупляется из-за его греха, что происходит перед нами. Наш взгляд на прекрасные качества окружающих лечат наши и их недостатки. Посмотри, когда до этого сподвижника дошло, что пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал про него: «Воистину его любят Аллах и его посланник», то он больше никогда не выпил спиртное после этого. Получается, что основа исправления оплошности – это присутствие в обществе этики и видение благого качества в грешнике, даже в грешнике, потому что мы тоже не сохранены от греха. Представь себе, что ты допустил эту оплошность. Тебе понравилось бы, чтобы тебя ругали, унижали, оскорбляли? Или тебе понравится, если тебя простят за твой благой нрав? Точно так же и тот, кто ошибается из нашего общества. Вот поэтому ошибки определенных сподвижников являются дополнением полноценности их общества. Теперь осталась легкая тема. Дело в том, что некоторые засомневались. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, как ты говоришь: «Воистину, если даже один из вас раздаст гору золота, подобной горе Ухуд, это не сравнится с горстью и даже ее половиной, которую раздаст сподвижник». А ведь есть же другой хадис, в котором пророк, алейхиссаляту вассалам, упомянул, что соблюдающий из них получит вознаграждение 50 человек. Сподвижники спросили: «Из них или из нас?» А он ответил: «Из вас. У вас есть помощники, а у них их не будет». Как же объяснить? Ведь тут две противоположности. Ранее было упомянуто, что пророк, алейхиссаляту вассалам, сказал: «Воистину, если даже один из вас раздаст гору золота, подобной горе Ухуд, это не сравнится с горстью и даже ее половинкой, которую раздаст сподвижник». А в другом хадисе сказано, что любой из нас получит воздаяние 50 сахабов за доброе дело. То как же у нас не будет больше превосходства вместе с тем, что мы получаем большие воздаяния? Такой вопрос возникает. Тут есть большая разница между степенями и количеством вознаграждений. Все-таки благое дело одного из нас записывается как 50 благих дел, которые совершили сахабы. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал: «У вас будут помощники, а у них не будет». Поэтому приумножит им. Но ведь приумножение благих дел не означает поднятие по степеням. Почему? Потому что причина в первом хадисе: «Воистину, если даже один из вас раздаст гору золота, подобно горе Ухуд, это не сравнится с горстью и даже ее половинкой, которую раздал сподвижник». Это высшая цель. Что это? Это их связь с пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Вы не ругайте моих сподвижников, когда причина их возвеличивания связана с нашим господином Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалам. Нет сомнений, что эта причина лучше и достойнее причины другого хадиса, которая связана с присутствием и отсутствием помощников. В конце концов, в наши дни сколько есть людей с толстыми кошельками, владеющими большими богатствами, ниже рангом, чем те, кто владеет меньшими деньгами. К примеру, возьмите преподавателя исламских наук. Это преподаватель, а тут бизнесмен. У бизнесмена больше денег, но кто выше степенью? Преподаватель, если даже у него меньше денег. Точно так же и общество сахабов выше рангом, даже если мы можем получать больше воздаяния, чем они. Все-таки их постоянство на благих делах вместе с увеличением
уровня убереженности, которую в их сердцах делает их дела более весомыми и большими. Мы просим Аллаха, чтобы Он одарил нас уважительным отношением к сахабам. Не терпите оскорбления асхабов в вашем присутствии. Если ты любишь пророка, саллиллаху алейхи вассалам, не отмалчивайся на ругань его сподвижников в твоем присутствии. Воистину, молчание — знак согласия. Ты должен спокойно защитить их честь четкими доводами, либо покинуть этот маджлис, или не соглашаться с происходящим в сердце. Какому бы совету ты ни последовал, ты защитишь честь сахабов, сахабов пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Мы просим Аллаха, чтобы Он сохранил нас от этой болезни, болезни оскорбления сахабов пророка, алейхиссаляту вассалам, и чтобы Он удалил из сердец следы преступлений тех, кто думает, что в любовь к Ахлюль-Байт входит оскорбление сахабов. Нет, клянусь Аллахом, никогда не единица в одном сердце любовь к Ахлюль-Байт и ненависть к сахабам. Кто любит Ахлюль-Байт, тот любит сахабов. Да одарит нас Аллах любовью к ним, чтобы в судный день мы пришли к пророку, алейхиссаляту вассалам, в дружбе с ними. Человек вместе с тем, кого он полюбил.